Всем привет! Сегодня 20 февраля 2016 год, Анталия. Сейчас на градуснике погода плюс 22. Едем на пляжик. Я уже в футболке, в шортах. Едем загорать, купаться. Вот такие яхточки можно приобрести по дороге к морю. На небе ни одной тучки, только солнышко. Ну что же, пляж Каньялты, лиман, вот такой вид сейчас. Есть загорающие, купающиеся люди, и рыбаки также есть. Ни одной тучки. Погода обалденная. Попробуем сегодня покупаться. Открыть, так сказать, сезон после зимы. Да, вот там вот. В горах снег. А у нас солнышко. Вон сколько. Настоящее лето. Водичка, конечно, не молоко, но градусов 18 есть, искупаться можно.